В Саудовской Аравии загадочно умер принц. Подробности смерти не раскрываются. В Саудовской Аравии объявили о смерти принца Бандара бен Фадда бен Саада бен Абдул-Рахмана Аль-Сауда. Об этом 17 августа сообщает саудовское агентство новостей СПА. Причина его гибели не называется. 8 августа саудовские СМИ сообщили о кончине принца Сальмана бен Абдаллаха бен Турки Аль-Сауда. Подробности его смерти также не раскрывались. Траурная церемония по скончавшемуся в четверг Бандару Аль-Сауду пройдет в той же мечети в столице страны Эр-Рияде, где в последний путь провожали Сальмана Аль-Сауда. Напомним, ранее было совершено покушение на наследного принца Мухаммеда бен Салмана. Тогда сообщалось, что покушение совершил один из многочисленных саудовских принцев. Принцы Уильям и Гарри рассказали о последнем звонке леди Дианы по материалам сайта news.com.